По поручению президента России Владимира Путина в Ульяновской области реализуется проект «Полный и точный реестр». Благодаря ему в Единый государственный реестр недвижимости вносят все необходимые сведения по объектам и границам территорий. Для успешного выполнения задач в Ульяновской области провели семинар-совещание «Вопросы взаимодействия Росреестра с региональными и муниципальными органами власти». Я благодарен руководству Росреестра и Роскадастра за то, что в Ульяновск сегодня прибыла представительная делегация во главе с заместителем руководителя Татьяной Алексеевной Громовой. Вместе с нами работает и генеральный директор публично-правовой компании «Роскадастр» Владислав Леонидович Жданов. Хочу отметить, что в сегодняшнем мероприятии участвуют представители всех, без исключения городских округов и муниципальных районов области. Управления Росреестра представлены во всех регионах нашей страны. Эксперты максимально эффективно организовали процесс наполнения реестра недвижимости точными и полными данными. В Ульяновской области эта важная работа получила максимальную поддержку главы региона Алексея Русских. Для чего это делается? Для того, чтобы граждане, инвесторы, запросив информацию об объектах недвижимости, о своей недвижимости, эту полноту данных имели, так сказать, чтобы была возможность у инвесторов видеть свободные земельные участки, свободные территории, где они могут, так сказать, которые они могут получить, строить объекты туристического интереса, строить жилье. Еще один важный вопрос, который удалось обсудить с руководством Ульяновской области – оказание услуг государственного кадастрового учета объектов недвижимости, взаимодействие с застройщиками и банками. Эти и другие вопросы влияют на инвестиционную политику, на развитие региона и качество услуг, оказываемых гражданам. То есть нам уже очень важно, чтобы человек обратился, например, за получением земельного участка в муниципалитет, очень быстро получил этот результат. Вот над этим мы работаем без всяких приостановлений, без всяких проблем. То есть рядовой ульяновец должен незаметно получить документы на свою недвижимость. На семинаре-совещании его участники узнали о вовлечении объектов недвижимости в экономический оборот. Важными деталями с главами районов и министрами поделился генеральный директор публично-правовой компании «Роскадастр». Вовлечение земель в хозяйственный оборот дает возможность застройщикам в том числе осваивать новые территории в рамках комплексного развития территории и возводить жилье, объекты капитального строительства с целью выполнения вот этих амбициозных планов, которые ставит перед собой строительная отрасль. Сегодня в Ульяновской области средний срок регистрации прав на объекты недвижимости составляет не более 1,5 дней. Регистрация электронной ипотеки занимает менее суток. По сравнению с 2017 годом эти сроки сократились почти в 5 раз. Добиться слаженной и качественной работы удалось благодаря грамотному взаимодействию Росреестра с органами государственной власти и органами местного самоуправления Ульяновской области. Работа в этом направлении продолжается. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.